Спонсор данного выпуска – детский интернет-магазин кроваток-машинок «Sleepcar». Ссылочка в описании. Поедем, все снимем, покажем, расскажем. Вот. Но это не точно, если не места будут. Надеемся, что будет. Но вообще, вообще нас приглашала. Но мы как бы не совсем точно знали, когда приедем, вполне возможно. Ну так она написала, как собираетесь так приедете. Такие вот дела. Самое главное сейчас заехать на заправку, на Роснефть, залить полный бак. Конечно, этого нам не хватит. Будем заливаться дальше на крымских заправках. Там никакого Russian топлива нету. Ну ладно, я там разгадал две загадки, которые нормальные. Мы в том году на них и заливались. Самолетик-то красиво. Едем еще, часть вторая. Едем все так же в Крым. Продолжаем. Нормальная цена. В том году мы везде заправлялись по 45, а на поляне был 47 с копейками. И для нас вот эта цена 47 краснодарская, она как бы не совсем была нежданчиком. На поляне привыкли за 47 заправлять. В Адлере 45 он был, а на поляне 47. И в Крыму везде по 47. Уже в городе его сложнее везти. Все заправили, полный бак. Отлично, 2500. Ехать нам 140 километров. Пишет 2 часа. Ну посмотрим. Это не совсем в Керчь, Петровская, я думаю. Она там вообще купила второй отель. И кто захочет, ссылочку я тоже оставлю в описании. Ее контакты. Позвоните, Елена Владленом назовут. И забронируйте от нас по промокоду «Семена чемодана». Получите хорошую скидку на проживание. И обзор нового отеля, конечно же, мы сделаем. А первый отель, обзор первого отеля ее, тоже в Керчи. Ссылочка, вот здесь сейчас подсказка будет. И в описании нажмете, перейдете, посмотрите. А мы едем. Моста осталось 68 километров. Какие-то здесь ротары. Едем, и знаете, здесь такие красивые вот придорожные кубанские рынки. Прям хочется остановиться, всего купить. А понимаешь, что, во-первых, нету места, а во-вторых, все нахрен испортится. Потому что хранить нам негде, мы бомжуем в этом году, бомжуем в Крыму. Начали бомжевать, конечно, мы с Анапы. Пробомжевали. Но зато кайфово. Как нормально адекватные бомжи, мы очень сильно сгорели, потому что... Потому что негде прятаться от солнца. Да. Ой, ну зато прикольно. Вот. Через километров 80 будем уже в Крыму. Ну, если пробок не будет.
повернули мы на порт Кавказ, здесь такая интересная развязка. Так. И походу движение затрудняется. Вот видите, да, и сделать у него мост. Будет все по-человечески. Но это не точно. Когда только. Нормальной дороги, что-то это вот была какая-то там реконструкция, все строит, едешь как-то так. Вот так вот, прям вот так вот ехали. Вот. Потом откуда не возьмись. Резко все остановились, и мы чуть не догнали вот этому коричневому крузаку в жопу, который впереди едет. И сзади нас чуть Соренто тоже не догнала. В итоге вообще не поняли, что к чему, но все резко ударили пол тормоза. Слава богу, все обошлось. Мы подъезжаем на Крымский мост. Снимать вам вот фуры-муры, шмуры-вуры. Так, ну что, мы на Крымском мосту. Сейчас вот можно по Крымскому мосту вот именно с этого участка двигаться 110, ну 90 и 110. А мне кажется, больше подсохло, видно сколько там берега. Ну, значит, ну деревья же вот эти, не море находится. Слушай, тоже не было, что видно. В том году, когда мы ехали, в самом начале я висел знак 60, и вот всю дорогу только 80 можно ехать. Конечно, нудно, потому что мост достаточно длинный. Хорошо, сейчас вот наконец-то сделали 90. Построили железнодорожный мост. Вот эти вот белые арки, это и есть железнодорожный мост. Его вот так не видно, но вот он идет. Там вот только видно будет. Интересно, поезд вы увидите, как он сейчас проехал. Вот она начинается, и Керчь. Вот он, Крым. Ура, мы снова тут. Прекрасный Крым. Вот, кстати, заправка. А там, вот на ней можно заправляться. Смотрим. 53 рубля бензин 95. Представляете, как подорожал. Керчь, привет. Что, мы в Крыму. Официально сезон объявляю открытым. Назовем это бомжуем. Крыму 2020. Давайте вместе с нами, подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому выпуску, нажимайте обязательно колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Мы поехали заселяться в отель, ссылочка которого в описании. И помните, по нашему промокоду «Семья на чемоданах» вы получите хорошую скидку. Пока!